смертных схватку свою море бед, покончить с ними, умереть забыться, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук. Тысячи лишений присутствовал, это не цель желанная. Скончаться сном забыться, уснуть и видеть сны, не видеть сны. Вот ответ, какие сны в том смертном сне приснятся, это покров земного чувства снят. А тот, кто снёт унижение века, неправду гнетатель вельмож, заносчивость, отринутое чувством, и скорый суд более всего. Насмешки недостойных над достойным, которых просто сводят все концы. Вторким замом, Что вы делаете? Пустите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Я сказала нет. Что делаете, блядь? Бери руки, сейчас я тебя побью. Ребенка отпустите, я сказала. Я не... Нет. Нет! Вы что делаете? Вы вообще с ума сходите? Что это беспредел полицейский? Ты руки распускаешь свои, блядь! Что это за беспредел? Что делаете, блядь? Вы охуели, что ли, блядь? Успокойтесь! Вы что делаете? Отпустите ребенка! Вообще, что ли? Помогите! Спасите! Спасите! Нет! Нет! Помогите! Я сказала, нет, я не... Девушка, выйди из машины. Нет, я сказала, я ребенка не отпущу, что делать? Выйди из машины. Вы меня свернули, это беспредел. Я просто... Ну что вы делаете, вы сумасшедшие? Помогите, пожалуйста, ребят, ну ребенка. Они просто увезут его. Отойдите. Я вас не швыряла, отойдите, пожалуйста. Я сказал, я знакома ребенка, да подождите вы, блин! Руку врачи, уберите. Я говорю, ребенка, отойдите! Я знакома ребенка, вы слышите меня? Я сказал, что творится-то? Я знакома, давайте отойдите. Поговорим. Я знаю. Подойдите, говорите. Да я ж нормальный, это вы лишь... Отойдите от меня! Да подожди, ты можешь меня послушать? Да знакомая я, блядь! Что вы делаете? Что вы делаете? Ты охуел, что ли? Я сказал, я знакомый, давайте поговорим нормально. Что вы делаете? Я знакомая ребенка, давайте поговорим. Что, назвать имя его или что? Соседка я его. Ты соседка. Ну? Нужны родители. Я с родителями свяжусь сейчас, давайте поговорим. Вот дверь закрой. Нет, давайте поговорим. Я говорю, дверь закрой с той стороны. Я говорю, давайте поговорим. На каком основании ребенок забираете? Можете я беру номер из МТО? Чего? Можете представить, на каком основании ребенка забираете? Ну что, сейчас проходит мероприятие в связи... Я его соседка. Какое мероприятие? Да еще что соседка? Я говорю, я свяжусь с родителями. Ну вот связывайся с родителями. Я же не знаю, куда вы его везете. Дверь закрой. Нет, я не отпущу просто так ребенка. Непонятно, да? Куда вы его везете? Скажите, чтобы родителя передала. ОВД Арбат. Кривоарбатский круг, дом 14. Все, дверь, дайте я. Можете на каком основании вы ребенка забираете? Что, друг? Оскар, я тебе помогу, подожди, не бойся, хорошо?
Ты слышишь меня? Представьтесь, пожалуйста. Они не представляются, они только швыряют женщин. Вроде я обязана представляться, нет? Представьтесь, пожалуйста. Ну вы ребенка доводите до истерики, что творите? Не хочу! Вы не имеете права меня трогать! Вы ребенка до чего доводите? Это вы его доводите. В смысле я его довожу? Вы что?